сон летит этой ночью. Я еще раз всех приветствую в прямом эфире на Радио Шок, программа «Город в осколках», и у микрофона Кириляк. У нас сегодня очень интересный инфоповод и не менее интересный гость. У нас в студии находится профессиональный музыкант, педагог, композитор, аранжировщик и еще много кто, Андрей Курбатов. Андрей всем, Серафимович, всем здрасте. Всем привет. Да, как настроение? Отлично. Как добрались? Ой. Не, нормально сегодня, сегодня же суббота. Ага. Сегодня легко. Отлично. Ветерком, можно сказать. Вот. А у нас инфоповод очень крутой, на самом деле, потому что работа, которую вы делали почти год или год даже, да? Да, да. Нет, ну, немножко пораньше все это затеялось. Мысли бегали раньше. А очень воплощен, конечно. Вот, да. Вышел в свет альбом. Да, этот эфир будет также выпущен, да, на YouTube-канале Кириляк, вот, поэтому подписывайтесь на данный YouTube-канал, обязательно, там много всего интересного, в том числе будет и этот эфир. И в описании к ролику я оставлю ссылку на первое интервью с Андреем Курбатовым, где рассказывается, в принципе, про всю творческую вашу жизнь. А когда первый раз мы с тобой здесь? Год назад. А, ну да. Вот, да. Дело, да. Да, там мы как раз и рассказывалось про ваш опыт игры в вокально-инструментальном ансамбле «Дружба» и то, что вы на протяжении долгого времени были клавишником группы «Август». Было дело, да. Вот. Так что можно прям в названии ролика и написать «Экс-группа «Август», «Экс-дружба», да, и все такое. Можно, да. Чтобы в поиске, так сказать, целевая аудитория. Ага, так вот, можно, да, интересно послушать, что же там такое. Действительно, очень интересный получился альбом. И давайте сразу откроем всю тайну. Альбом называется 3139112. Да. Ну, не каждый сразу же разберется, в чем дело, да? Да, да. Ну, видишь, здесь такое дело. Значит, хитрость-то, значит, расшифровывается при развороте. Угу. Да. И там, значит, написано про всех музыкантов, которые участвовали в записи альбома. То есть все мои друзья, поэты, музыканты. И как бы в этих цифрах зашифровывается количество участников, принимавших в записи этого альбома. И, ну, в творческой части, например, тройка — это три автора текста. Угу. Олег Миндалев, Николай Шишлов и Агата Вавилова. Значит, один у нас, подожди, кто же там у нас один? А, один у нас Игорь Зотычев был балалайшником в одной песне, он играл на балалайке. Потом, значит, три опять у нас кто? Три бэк-вокалиста участвовали. Это мои друзья Феликс Кудашев, Влад Захаревич, он из Белоруссии, и он как бы еще... Звукорежиссер. Да, звукорежиссер, водил и мастерил, мне помогал. Вот. А дальше какая у нас циферка? 9. А ну, 9. Сам, понятно. Что, в стране даже, заводы может, стоят, одни гитаристы в стране. Да, да. Здесь можно даже не расшифровывать. 9 гитаристов, конечно, принимать. Но это все мои... Это вместе с басом? И с басом, да, здесь. И акустическая гитара. Ну, ты сам знаешь, ты сам даже играл в одной песне, значит. Вот. Кто там? Ну... Может, потом я поименно всех, ну, представлю. Хорошо. Когда песня будет какая-то звучать, да, там я потом скажу, кто где, кто чего играл, на чем. Да. Вот. Ну, а там дальше что у нас? 1-1-2. 1-1. Ну, понятно, один скрипач Серега Лудинов. Он там участвовал в двух песнях. Один трубач в одной песне. Владимир Бастон, такой трубач, так, достаточно известный. И двое барабанщиков. Никита Ивкин и Володя Селицкий, барабанщик «Синдиката». Ну, а Никита, ты сам знаешь, это да, твой очень, барабанщик. Очень прикольно то, что
почти весь состав группы «Легенда о солнце» приняли участие. Да, да, в этом составе. В разных песнях. Да. И Никита Ивкин, и Ваня Груздев, и я тоже приложил, так сказать, свой медиатор. Да, да, да. К этому альбому. А, ты играл... В песне «Плывет мой плод». Да. Мы про нее обязательно поговорим. Да. Мысли об этом альбоме долго зарождались? Ну, вообще давно я хотел и мечтал. Думаю, надо все-таки что-то написать. Угу. В конце концов. Угу. Уже дело-то. Ну, вроде как надо что-то сказать. Слово замолвить творческое. Ну и было написано поначалу 4 песни. Да, нет, сначала, подожди, сейчас я вспомню так. Сначала письмо другу. Коля, мой друг, написал эту песенку. Коля, если слышишь, привет. Он должен слышать это. Вот. Ну, потом я расскажу поподробнее, посмешнее будет там история, когда будем это. Вот. И, ну, это, в принципе, идея была давно уже, как бы. Ну, витала она в голове, эта идея. А воплощение помогла пандемия. Угу. Ну, потому что мы сели все. Угу. И думаю, а почему бы и нет? Нет, а почему бы и да? Да, вот, и пошло, и поехало. И это как раз тоже повлияло на решение, то, что вы весь альбом спели сами. Потому что в первом нашем эфире вы сказали, вы еще думаете, вы будете это делать сам, да, либо будете привлекать других вокалистов. Ну, мне кажется, что разговор с тобой как бы тоже повлиял на это. Да. Да, да, то есть зачем? Ну, я как бы это делаю... Здорово. А, дизайн? Да, дизайн помог мне Артем Камешков. Мы с ним вместе работаем в Доме молодежи «Квадрат». Вот он. Идея. Да, и Нелли Герасимов поучаствовала в этом, в идее. Она мне вообще... Молодец, она мне помогала. Творчески, как в таком... Ну, не то, что творческий, а такой идейный вдохновитель была на всего этого. Но это... По почте уже расскажу. Хорошо. Тогда я могу сказать нашим радиослушателям, что на нашем сайте radioshock.ru есть такая кнопочка, называется «Общение». Вы на нее нажимаете и можете писать нам в чат прямого эфира, как это сделал человек с ником Defire, который написал: «Вот, привет Августу, у меня винил есть». И потом еще написал: «9 гитаристов на 9 текстов Миндалева». А, это он же написал? Да. Товарищ, да? Да. Но это никак не связано абсолютно. Никак не связано. Никак. Вот, как-то так. Есть что еще дополнить по этому, по созданию этого альбома? Ну, в общем, ну... Ну как, по созданию я хочу, ну... Да, стоит, наверное, отметить благодарность ребятам, которые, ну, во-первых, Влада Захаревича из Беларуси, который мне помогал сводить и мастерить это все, звук. Артему Камешкову мы уже упомянули. Поэты, естественно, поэты, но я про них уже сказал. Ну, скажу, конечно, про каждую песню. Уже да. Поконкретнее. Это да. Уже это точно. Да. И вот последний вопрос на эту тему, то что жанр вообще. Альбом получился реально разноплановый. Он такой от классического русского рока до хард-рока такой даже, я бы сказал. Ну, мне, например, сегодня Эдик говорил, звонил и поздравлял, что как, наконец-то вышел. Мне сказал, говорит: «Андрюха, где ты, говорит, даже что-то я Эмерсона услышал?» Говорит. Да. Я говорю: «Слушай, Эмерсон, правда, мне сказал, Паймер, ну, да? Потом мы с ним выясним, в какой же вещи он услышал Эмерсон. Может быть, Бог его знает». Ну что же, тогда не будем затягивать. Нас впереди ждет целый разбор целого большого альбома в прямом эфире на Радио Шок, а также на YouTube-канале Кирилляк, который, так сказать, ждет выпуска этого и не только интервью. И первая песня — «Полоса черно-белая». И вот начнем как раз с нее. Я так понимаю, что у этой песни сначала даже было другое название? Ну, вообще задумывалась она, когда я играл в группе «Август». Так. Она была написана, ну, как бы вот, ну, я потому что как бы там играл, думаю, ну, вот такая песня будет. Ну, она, музыка была написана, но не были написаны слова.
А вот, и долго она лежала. Ну, потом я познакомился с Олегом Миндалевым. Угу. Кстати говоря, меня познакомил Серега Титов из Августа. Гитарист Августа, да. Гитарист Августа. Вот, и мы с ним списались. Я говорю, вот такая тема. Угу. Он говорит, ну, там поговорили о чем, о том, о сём. Я говорю, да даже не знаю, о чем. Говорит, ну. И вот он предложил тему. Угу. Полоса черно-белая. И вот, ну, как бы, это бы потом мы назвали полоса черно-белая. А тему-то он три куплета написал, как бы вот. Ну, сейчас услышим. Угу. Ну, она была. Даже не помню, когда она написана. Даже раньше, чем. То есть больше, угу, чем год назад. А-а-а. Полоса черно-белая. Андрей Курбатов, прямо стихи сейчас. Олега Миндалева. Стихи Олега Миндалева, да. Стоит только добавить, что в ней участвовали. Да, ритм гитара. Сергей Титов. Сергей Титов, гитарист группы «Август». Да, соло-гитара Вячеслав Плешков. Это вообще наша легенда, можно сказать, ленинградского, петербургского рока. Да, значит, в принципе, живых музыкантов вот. Ну и я там все, там остальное пою. Естественно, ну, естественно, и можно сказать, что вы на каждой песне писали клавиши, так как вы клавиши, профессиональный, да, клавишник. Да, ну и барабаны, и бас здесь тоже как бы сыгран мной, как бы, ну, понятно. Да, да. Круто. Все, слушаем. Полоса черно-белая. Полоса черно-белая. И свернуть нельзя. Я понимаю время. Не смотрю в зеркала. Ну что же, мы продолжаем наш эфир. У нас в студии профессиональный музыкант Андрей Курбатов, и мы сегодня презентуем альбом, который называется 3139112. Звоните. Да. Звучит как номер телефона. 3-2-2-2-2. Да-да-да. Вот, я напоминаю, что наш сайт radioshock.ru, также нас можно слушать на мобильных приложениях RadioShock и GTF Radio. Совершенно бесплатно скачивайте там с Google Play, устанавливайте, слушайте наш эфир, где вам, в общем-то, удобно. И мы переходим к следующей песне, и я не скрою тот факт, что для меня эта песня является одной из самых любимых на этом альбоме. Вот так. Да, это вот прям... Кстати говоря, для моей жены то же самое. Там есть хуки, особенно в припеве, он прям цепляет. Хук слева? Да, там хук слева, хук справа, да. Вот, расскажите, пожалуйста, про эту песню. Эта песня родилась под впечатлением стихов Олега Миндалева. Да, потому что он мне, как-то мы, когда мы с ним стали общаться, я говорю, Олег, давай напишем. Он говорит, да хочешь, я тебе пришлю там... У меня 600 песен таких раз. Я говорю, давай. Ну, 600, говорю, мне, конечно, не осилит все прочитать. Вот. Но он прислал сначала несколько штук, так я посмотрел, так, и мне там глянулись какие-то стихи. Вот как раз вот так умирают корабли. Это было его название стиха. Ну, я так понимаю, что он. Олег, если ты меня слушаешь, и, наверное, я правильно говорю, что ты подразумевал, что это будет песня. Вот. Но я так думаю, что так оно и было. То есть музыка была написана на стихи. На стихи, да, на стихи, потому что они мне как бы не понравились, и вот она так вылилась вот в такое, можно сказать, роковая баллада такая получилась, да, где-то. Вот. И в этой же песне и присутствовали, кстати говоря... А, нет, ты здесь не играл, играл Ваня. Да, Ваня. Гитарист группы «Легенда о солнце», Иван Груздев также, да, принял участие. Акустическую гитару сыграл он, а также сыграл Слава Плешков, соло-гитару, и Серега Титов помог, там сказать, в ритме, дать такую тяжести, преподнес тяжесть, это он умеет. Это он прям умеет на 100%. Да. Кто... Я всегда думал, так, что же здесь, так, что-то не то. Думаю, да. Ах, так что Титов у нас. Серега, если слышишь меня, вот, я знал, кто это сделает, хорошо. Вот, да. Те, кто пропустил этот эфир в прямом, да, вещании, может это потом все дело посмотреть, послушать на официальной странице Радио Шок и также на YouTube-канале Кириляк. Будет еще и видео-версия данного эфира, я напоминаю. Ну, а теперь... Не будем долго затягивать, переходим к музыке. Так умирают корабли. Примерно так и умирают корабли.
Андрей Курбатов. «Так умирают корабли». Альбом... Олег Миндалев. Миндалев. Олег Миндалев. Стихи. Стихи. Написал текст. Да. Я напоминаю, что мы слушаем альбом 3139112. Звоните, если что. Это не номер прямого эфира, так называется альбом. Да. И эта шутка прозвучит еще 10 раз во время нашего эфира. И мы ее поддержим. Да. Вот. И мы... так сказать, быстро, ни на чем не останавливаясь, переходим к следующей песне, за которой уже целая история. Да, песня «Иду, куда хочу» была написана достаточно давно. Она с другим совершенно текстом и другой аранжировкой прозвучала на альбоме, на сольном альбоме Павла Колесника, вокалиста группы «Август». Вот. Было дело, да, да. Да. И после чего вы решили ее перелопатить. Ну, я просто не решил, я просто решил ее, ну, как бы... дать ей другое дыхание. Да, я хотел с другим текстом ее сделать. Да? И изначально же она была с женским вокалом, плюс еще ко всему. Это, нет, история была такая, ну, я коротко стараюсь. Значит, опять песня эта была написана в период моей работы, ну, не работы, как бы, творческого как бы участия в проекте «Август», так скажем. Вот. И там вот я решил написать такую песню. Абсолютно помню, это было спонтанно, дома, сидя за клавишами. Я ее спел болванку там на таком ломаном английском языке, то есть на тарабарском, там скажем, там. Вот, короче, это рыба. Рыба, да, такая была. И я, значит, сидя на клавишах, просто проорал быстренько ее. Думаю, о! Песня получается. И, так сказать, вот она у меня лежала. Это был текст. Ну, я не помню, попробовал. Кто? Ну, я попросил, не помню, кого это попросил. Ну, я в конце концов попросил Агашу Вавилову. Это достаточно известная певица. Сейчас она дочь моей хорошей старой подруги Анны Вавиловой, заслуженной артистки России. Вот. И она мне написала этот текст, который мне вот пришелся по душе. И потом, соответственно, этот текст уже я придумал аранжировку. По-моему, уже мы не работали. И не были сотрудниками ансамбля группы «Август». Вот. Это уже потом совершилось. И аранжировка уже была написана мной лично. Помогал мне Саша Губанов, наш гитарист группы «Синдикет». И первый исполнитель этой песни была Катя Васильев, наша вокалистка «Синдикет». Вот. И мы сделали, значит, исполняли пару раз. Ну, а в связи с тем, что я решил альбом-то сольный написать, я ее перепел. Ну, как автор. Да? В этой же тональности, что и Катя. Очень было тяжело си бемоль брать. Но я как-то постарался там с разбегу несколько раз там пытался. С разбегу. Как прыжки в высоту, так я несколько раз там записывал. Ой, на третьей попытке взял. Наконец. Вот. Ну и так она и получилась моим исполнением. Там, значит, мои друзья, бэк-вокалисты, участвуют. Феликс Кудашев, мой друг по дружбе. Вот. Кто там еще? По-моему, нет, я, Феликс и еще. Да нет, вроде все, больше никого нет. Вот. А и гитарист Саша Губанов сыграл. И соло там, и всю гитару он сыграл. Все остальное это. Вот. Ну что же, тогда слушаем. «Иду, куда хочу». У нас еще песен много, надо прослушать все. И это, можно сказать, даже один из таких самых... самых, наверное, подвижных, наверное, песен. Одна из самых подвижных. Ну, одна из. Одна из, да. Еще нас ждет впереди много интересного на эту тему. «Иду, куда хочу». Андрей Курбатов. Агата Вавилова.
«Я иду, куда хочу», Андрей Курбатов, в прямом эфире на Радио Шок. Слушаем новый альбом сольный. И его разбираем по косточкам. Да. Да, вот так. Также не забывайте подписываться на YouTube-канал Кирилляк. В описании к ролику с этим эфиром будут ссылки на то, где, как полностью прослушать весь этот альбом, потому что, естественно, в записи я не могу вставлять полностью песни в Ютубе, иначе мне за это прилетит. И ваши авторские права я нарушать не буду. Вот, но какие-то вкусные фрагменты, естественно, будут вставлены обязательно. Вот, и следующая композиция, она прямо с историей. «Письмо другу». Да, ой, с этой песни было вообще... Ну, она, во-первых, она была, по-моему, самая первая написана. Вот из ну, после этой песни я решил написать альбом. А значит, как это все было? А было это вообще смешная история была. Значит, это Николай Шишлев, это автор текста, это мой давнишний друг, можно сказать, друг детства и школьный друг. И, в общем, мы друзья с 1960 года, наверное. Когда нам был год, начали уже вместе бегать, в песочнице играть. В общем, короче говоря, он человек очень такой начитанный и литературный. Я всегда ему говорил: «Коля, я не берусь ни за свое дело, я не умею писать стихи, а ты умеешь». Я ему говорю: «Коль, давай». Коля: «Да ну брось ты, ну что, Андрюха, ну Паша», он меня зовет Паша, потому что мы с детства, я был Поль Маккартни, а он был Джоном Ленноном в нашем классе. Он мне все говорил: «Паш», ну, то есть у нас такая кличка, ну, я вот Джон называл в школе там, или просто Леннон, он носил очки такие, под Леннона был, значит, когда нам было по 15 лет, а он меня называл Паша, и до сих пор: «Ну, Паша, ну да брось ты, да, что-то». Ну, короче говоря, как-то он взял листок бумаги и написал, мне, значит, текст, и отдал мне его. Значит, я, ну, посмотри, мы там встречались, я принес этот текст домой, положил себе, не знаю, там в шкафчик куда-то там, ну, листочек там спрятал. И буквально где-то года полтора назад, значит, я, убираясь в шкафчике, вот, я, значит, смотрю листочек, и там, значит, текст. Первая строчка: «Не искушай меня, Андрюха, я больше не пишу стихов». Ну, я это дальше там читаю, и не про мечты, не про разлуку, и прыщавую любовь. Стринявую. Нет, прыщавую. Да? Он написал прыщавую. Ага. Потом мы долго... Ну, это я сейчас чуть-чуть попозже. Короче, я посмотрел, думаю: елки-палки, хорошая песня. И тема такая нормальная, там, сказать, ну, как бы с развитием, с мыслью, да, все в порядке. Вот. И я, значит, решил написать песню. И она как-то быстро мне, очень быстро написалась, потому что как-то это вот что-то такое навеяло, там, не знаю, там, конец 70-х там, годов, начало 80-х, и вот что-то такое получилось, блюзовое такое, вот. И, да, значит, слюнявое, прыщавое, да. Коля написал прыщавое, а я что-то писал, что-то мне как-то ломал немножко прыщавое, прыщавое, ну, как-то, не знаю. Я говорю: «Коль, давай я...» «Нет, Паша», говорит. «Слушай, я, говорит, прыщавый написал». Она была, вот, ну, идея в прыщавой любви. Я говорю: «Слушай, ну, прыщавый, значит, она такая вот 15-летняя, там, 14-летняя. Вот, это, вот именно это же имелось в виду». Я говорю: «Ну, так». И она уже была записана про слюнявую любовь. Уже слюнявая была. Ну, мы так, ну, ладно, слюнявая, так слюнявая. Так. И я, значит, думаю, альбом выпускать же. Автор же обидится. Калюня, ты не обиделся? Я же исправился. Вот. И я буквально вот здесь вот за две недели, да, перед тем, как уже Влад сказал, говорит: «Я тебе, что-то мне не нравится, как голос звучит, давай я все пересведу». Я говорю: «Ты чего?» Он говорит: «Ну, что-то мне не нравится, там, Влад, если меня слышишь, да, привет, привет». Вот. Он: «Да, что-то...» Я говорю: «Ты спереди?» «Да, я пересведу». Я говорю: «Ну, тогда я перепою». И вот, короче говоря, перепели эту «Прыщавую любовь», я вставил. Вот так она была написана, потому что там, как бы, в этой песне говорилось о том, что, ну, не искушай меня, Андрюха, ну, да что ты ко мне пристал, типа, вот, я вот не пишу стихов. А оказывается, очень даже неплохо получилось. То есть, тот вариант альбома, который вы мне скинули еще задолго до релиза, там был...
Это было слюнявое. Слюнявое, да. А ты даже не обратил внимания? А я не обращал. А вот сейчас услышишь. А вот сейчас услышу. Ну ничего себе. Какие сюрпризы. Да. А я даже, знаете, я вставлю в видеоверсию старую и новую версию, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот. Не про разлуку и первую слюнявую любовь. Разлуку и первую прыщавую любовь. Да и откуда взяться вдохновению? И где страстей сжигающей? Письмо другу прозвучало в прямом эфире на радио Шок. Мы слушаем сольный альбом Андрея Курбатова, который вышел вот-вот сегодня-вчера. Вот, и сразу его презентуем вам полностью, и мы очень сильно всем советуем послушать этот альбом, даже вот, так сказать, в отдельности от этого эфира, ознакомиться его, скачать или там купить, не знаю, там, что с ним можно сделать. Все, что с ним можно сделать, то и делайте. Все нужно. Все нужно сделать. Да, по поводу этой песни. Да, по поводу хотел еще дополнить, что, ну, во-первых, стихи Николая Шишлов, мой школьный друг. И хотел сказать, что здесь партию гитары, все гитары сыграл Станислав Шагин. Очень классный музыкант, наш питерский. Мы с ним сотрудничаем вместе частенько. И вот он сыграл. И я считаю, что очень даже достойный и соло, очень классный. Ну, вообще все. То, что все гитарные партии, и акустику он сыграл, и всякие контрапунктики гитарные. Все это сделал Станислав Шагин. Спасибо, Стасик, большое тебе за это исполнение гитары в этой песне. Здорово. Следующая композиция самая юморная. Да почему? Она, наверное, единственная там, такая юморная композиция. И это также является моей одной из самых любимых на этом альбоме. Песня называется «Скрытая камера». Расскажите про нее. Да, «Скрытая камера» была вот из тех 500 песен, которые мне предложил Олег Миндалев. 600. Да, 600, да. Ну, я не помню. Да, ну, 600, да. Вот, и когда он мне прислал эти ВКонтакте все эти тексты, я смотрю, значит, песенка такая, ну, стебная. Думаю, так, ну, думаю, надо что-то сделать из нее такое. И вот такая получилась. Вы нашли этот текст? Да, я на текст написал, да. И, ну, вот я просто был много-много текстов, да, вот, и я их читал, и вот, вот этот текст, думаю, о, так же, как «Так умирают корабли», и «Скрытая камера», думаю, вот это будет стёб какой-нибудь, надо что-нибудь придумать такое веселое. Ну, вот оно такое веселое получилось. Ну, такое жесткое веселое так получилось. Потому что я думал, что здесь будет, конечно, соло-гитара обязательно. Ну, в таком роковом стиле. Ну, сначала даже... Ну, я даже знал, кто сыграет соло. Нет, я хотел, думал, что Серега Титов сыграет. Потом, когда он послушал, по-моему, мне сказал, говорит... Нет, пускай кто-нибудь другой сыграет. Я, говорит, сыграю чёс. Ну, Серёге это конёк, это просто. И я позвонил моему тоже старому приятелю Федору Александровскому, замечательному гитаристу. С детства мы с ним вместе играли еще на танцах и вообще там, ну, можно сказать, там с 15 лет знакомы. Замечательный музыкант, просто от Бога. И Дюня, преклоняюсь перед твоим талантом. Вот, и он быстренько написал все, что надо. Единственное, я сказал, говорю, Федь, надо бы что-нибудь еще. Говорит, да ты уже там все сыграл, мне негде. Я говорю, ну хотя бы там что-нибудь. Но он потом мне еще довесочек там в конце дописал. А так, в общем-то, здесь из живых музыкантов, значит, Федор Александровский, Сергей Титов. А, еще здесь Никита же играет. Ага. На барабанах. Здесь живые Никита Ивкин. На, да, на барабанах. Да, здесь Никита сыграл. Барабанщик группы «Легенда о солнце». Минутка саморекламы на радио Шок. Вот так. А как мы записывали барабаны, я не буду рассказывать. Или хитрость какую мы сделали. Ну, давайте расскажите. Ну, он по миди мне сыграл. Ага. Да, и миди мне файл прислал. Ага. Мы поставили. Даже было... Да нормальная практика. Нормальная практика, да. Естественно, он же ведь ее сыграл. Сыграл, да, ну, на солях, конечно, там, да. Конечно.
Вот, ну что же, скрытая камера в прямом эфире на Радио Шок. А по поводу нашей скрытой камеры, она тоже присутствует на сайте radioshock.ru. Там тоже можно за нами понаблюдать. Скрытая камера есть, да? Да, ее только надо найти. Не так просто? Не так просто, конечно. Не там, нет? Нет, она-то вон там, вон она. Вон она, там наблюдают за нами. Она, да, за нами наблюдает. Ну, сейчас как раз об этом речь. Да, конечно, вот именно про это и песня. Слушайте и ловите кайф. Сегодня на флешке, а завтра на YouTube-канале Кириляк. Смотрите этот самый эфир. Мы слушаем. А кто будет наблюдать? А наблюдать будут подписчики моего YouTube-канала. Вот. Скрытно. Скрытно. И, кстати говоря, уже на YouTube-канале Кириляк во вкладке «Сообщество» выложен пост с этим альбомом, поэтому его там уже тоже можно послушать. И он там уже висит, по-моему, там дня два. И там очень мало лайков. Ребята, что такое? Я когда выкладываю что-то про черный обелиск или паука, так вы же сразу налетаете. Я, конечно, понимаю, что музыка неизвестная, да? Но вы же видите. Я вам плохого не посоветую. Обязательно ознакомьтесь и пишите свои комментарии. Я буду очень рад. И также пишите свои комментарии по поводу нашего эфира прямо сейчас на сайте radioshock.ru. Кнопочка «Общение», я напоминаю. Есть что еще дополнить по песне «Скрытая камера»? Да нет, вроде сказал, что стихи Олега Миндалева из выбранного, из папочки его 500-точной. Вот. Петя, гитара, соло-гитара замечательная. Никита тоже отлично от... Да, Никита дубасил, молодец. Никита молодец. Хорошо. Это точно. Так, по-нашему. По-бразильски. Ну и что я хочу еще сказать? У нас следующая песня «Земные собаки и лунные кошки». О, эта песня, да. Тоже была написана на стихи. На стихи Олега Миндалева, опять же. Который, кто там сказал, что 9,9 гитаристов и 9 текстов Олега? Да-да-да. Ребята, это абсолютно не связано никак. Вот. И, значит, эти стихи тоже мне... глянулись, и я написал музыку, что было там интересного. Во-первых, я решил там, чтобы сыграл скрипач соло, потому что, ну, все гитаристы да гитаристы. А что-то мне думаю, а почему-то гитаристы все играют. Я вспомнил, у меня же здесь есть классный скрипач Серега Лудинов. Вот, и я думаю, дай-ка я Сереге позвоню. Почему бы не сыграть? Просто я вспомнил, что в свое время была такая группа «Россияне». Женя Мочалов, бывший директор группы ДДТ, и сейчас он занимается, по-моему, фестивалем «Окна открой». Он играл в группе «Россияне» барабанщиком, когда я был совсем молодой, там мне было лет 15-16, я ходил на их концерты и видел Юра, не помню фамилию, Юра Скрипач у них был, очень классный музыкант, мне очень нравилось, как он играл. Ну просто он играл на гитаре, а скрипка, нет, гитара у него висела, он играл на скрипке, и иногда он, значит, на скрипке переставал играть, и вдруг он брал гитару и тоже, ну, я сидел, просто очень классный музыкант, не помню, какой фамилии, жив ли он, здоров ли, дай бог ему здоровья, если жив, и как бы классный музыкант. Вот, и мне эта вот мысль, так сказать, думаю, оба, а почему здесь скрипка не сыграть? Тоже, тем более тембрально она схожа с гитарой, вот. И, значит, вот это было, как бы, идея была такая, возникла, да? И все музыканты фактически приходили к вам домой и записывали все это? Нет, это... На удаленке, да? Да, по-моему, я приехал к Сереге на дачу, и он записал, а потом он... Первый вариант как-то не очень получился, потом второй, я не помню, как-то он сам переписал... Что-то ему все не нравилось, я ему говорил, все отлично, мне понравилось. Но он как скрипач ощущал, как бы, да, все, да, фишки, да, вот, да, это все. Да, да, да. Вот, и еще там была такая фишка в начале, когда я, ну, вступление писал, я использовал такой бы инструмент «Омнисфера», достаточно известный в клавишной среде, вот, и там был такой тембр,
классического женского вокала. Uh-huh. Я так что-то случайно там играл, и вдруг набрел. И начал вступление играть такой вот этим голосом, там, Монсеррат Кабалье, да, там. Сопрано. Сопрано. И, короче говоря, написал тему эту, и потом решил, что все-таки эта тема должна быть исполнена настоящим женским вокалом. Ага. Да, и я где вот работаю на Ленской, там есть прекрасная педагог Никитина Эльвира, которая помогла мне это сделать, исполнила, записала, и вот, это вот такая тоже фишка здесь есть, присутствует. То есть у нас две фишки в этой песне. Вместо гитары соло скрипка и вступление живой вокал. Сопрано. Это очень круто, на самом деле, потому что сейчас в век всевозможных сэмплов и замены, когда музыканты прибегают к тому, чтобы записывать настоящие инструменты, настоящие вокальные фишки, это дорогого стоит, и хотелось бы, чтобы в дальнейшем музыка развивалась, следуя, так сказать, этой тенденции, потому что на каком бы все равно уровне не развивались бы вот эти компьютерные технологии, это никогда не заменит настоящего живого исполнения, настоящего почерка музыканта. Вот, то есть даже когда пишутся различные барабанные партии, даже если они электронные, все равно снимаются с партии живого барабанщика. Конечно, для почерка. Да, живые, да. Да. Ну что же, это да? Да, песня, опять же, стихи Олега Миндалева. Да. А это были стихи, уже написанные Олегом. Угу. Музыка написана на стихи. Угу. Земные собаки и лунные кошки. «Земные собаки и лунные кошки» прозвучали в прямом эфире на Радио Шок. Мы сегодня презентуем новый сольный альбом музыканта Андрея Курбатова прямо здесь. И сейчас. И сейчас, да. И у меня к этой песне есть претензия. А, давай. Там же один в один Юра Шевчук. Вы, вот прям вот вы сделали ДДТ в куплете. А ты да просто мне так голос такой... Так получилось? Надорвался так. Да? Там, ты имеешь в виду... Да, и когда вот наверх поднимаетесь, вот. Ну да, там просто похоже, как бы чуть-чуть. Там и тембрально похоже, и стилистически похоже. Но это сколько не претензий, сколько. Это нет, ни в коем случае как бы не было задумкой. Так получилось. Так получилось. Потому что было много текста. Надо было как-то это все это. Утрамбовать. Да, не то, что утрамбовать, а как-то развивать было. И вот. А текста много, соответственно, на двух, на трех нотах это все пишется, да. И как бы, ну, так получилось. Вот. А у следующей песни есть тоже своя история. Это «Седовласый капитан», и даже мой коллектив ее исполнял, когда там был вообще другой припев в плане музыки. Вот. Да, 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 да. Эта песня возникла. Идея песни вообще принесла. Опять же, в наш дом молодежи «Квадрат» Нелли Герасимова. Uh-huh. Она сейчас Русанцова, а была Нелли Герасимова. Uh-huh. Вот она принесла, да, мы что-то с ней разговаривали. Ну, у нас было, там, сказать, занятие. Она говорит: Андрей Степанович, вам надо как бы песню написать свою. Я говорю: да у меня нету текстовика. Говорю, как-то. А я вам как бы идею. И вот она, значит, принесла идею про седовласого капитана. Ну, там, она рыбу написала такую, ну, идею такую сделала. Но я сначала написал, я уж даже не, по-моему, очень она была такая, совсем другая мелодия была на ту рыбу. Совсем. Она более жесткая. В припеве была. Или вообще, вообще вся. Вообще. По-моему,
А, нет, подожди, вы же исполняли ее. Да, было. В припеве было не, неизвестно капитану. Вот. Это уже другой вариант совсем. Совсем это другой. Да, это второй вариант. А первый вообще был жескач такой, да? Ага. Вот. И я, значит, попросил, значит, ну, Нелли сказал: да, Андрей Серафимович, сделайте там с ней что хотите, там, с идеей там. И я попросил, опять же, Колю, моего друга школьного. И он, значит, на ту музыку он никак не мог написать, что там мне вот не прет, как бы, на ту музыку. И я, значит, думаю, ах, не прет. А, да, и он написал текст. Коля написал текст. И я уже понял, что надо вообще песню менять. Всю музыку полностью. И, в общем, я на его стихи написал. Вот идея была такая, про седоволосого капитана. Стихи Николая Шишлова. Совсем второй вариант. Получился не первый, а второй. Вот здесь что у нас? Здесь Никита Ивкин играет на барабанах. Да. Федя Александровский — гитара. Все гитары. Да, здесь присутствует труба. Владимир Бастон наиграл, значит, партии. Вот акустика тоже Александровский сыграл. Вот и, в общем-то, Николай Шишлов, Андрей Курбатов. Ну, и компания. Здорово. А нам в чат пишут, и также тоже поступайте, radioshock.ru, кнопочка общения. Пишут: у Миндалева много всяких приколов. На, наверное, это про текст. Песню, да, про песню, как бы, «Скрытая камера», вот да, много всяких приколов. И написано: а что за гитары прописаны? Где, в песне, в какой, в «Скрытой»? Ну, вообще в целом, наверное, спрашивают. А какие гитары? Да. Ну, я, ребята, в связи с тем, что я не очень гитарист, я не давался подробности, на каких гитарах ребята играют. На любимых гитарах гитаристов. Да, на любимых гитарах, которых они считают нужными. Вот, сыграть. Допустим, у Александра Губанова, я когда с ним лично разговаривал, у него дома столько гитар. Он назвал какую-то вообще невообразимую цифру. И чуть ли даже, ой, я даже не помню сколько их, или что-то типа того. Так что там, знаете, ну, а возьму-ка я сегодня. В связи с тем, что ребята все профессионалы, они знают, на каких гитарах надо играть, и лучше у них получается на каких гитарах. Так что я полностью им доверяю в этом плане. И по звуку, и, в общем-то. Вот. А также пишет Татьяна: папа, ты крутой. Вот. Танечка, да? Доча. Вот так. Привет на спасибо, радио. Спасибо, спасибо, Танюш. Вот. И Defier снова нам пишет: крутой, привет тебе. Это они уже между собой уже общаются. И дальше пишут: Лакост, если ты здесь, хотя бы точку в чат поставь. Я не понимаю, о чем идет речь, если честно. Это Лакост? Я не знаю. Он должен был здесь быть. Я не знаю. Нет, если здесь имеется в виду в чате. Слушает наш эфир. В общем, слушайте наш эфир, пишите в чат. Мы продолжаем слушать альбом 3139112. Андрей Курбатов. Прямо сейчас «Седовласый капитан». Первым он рубил канаты, первым шел на абордаж. В этом неизвестно капитану, что проходит день за днем. Я напоминаю, что мы слушаем альбом Андрея Курбатова, сольный альбом. Вот. И нам пишут в чат, и один из вопросов: кто сведением звука занимался? И на этот вопрос уже был ответ. Влад Захаревич. Да. Это музыкант из Беларуси. Да, вокалист из Беларуси, он живет в городе Борисове. И мы вот с ним сотрудничаем в плане сведения и мастеринга. Вот, а тут еще уточнить: Лакост, он же крутой, он же братуха, это все Олег Миндалев. Да. То есть, наверное, там ребята его знакомые, наверное, пишут. Да. И уточняет: то есть я. Андрей, привет, я на работе, иногда захожу. Defier, привет. Олег здесь. Да. Олег, привет, дорогой. Вот. Молодец. Круто. Вот, я хотел сказать... По поводу «Седовласого капитана». «Седовласого капитана», да, сказать, что была идея сделать из этой песни стиль регги. Угу. И когда я позвонил Федюне Александровскому, моему дружку-гитаристу,
Вот. И я ему сказал, говорю, Федь, надо сделать регги. Угу. Не вопрос. И присылает мне вот гитарную партию. Я так, я думаю, что это не туда. И потом, значит, я думаю, что это... Что-то как-то так. А я, значит, послушал полчаса, потом так. Ну-ка. Потом на следующий день послушал. Так, угу. Потому что ничего получается, это такая идея-то. Ага. Он мне так ее натолкнул. И в общем-то она немножко такая роковая, получилась такая смесь рока и регги. И так, угу. Да. Вот была такая, ну, Петина идея была внесена в эту песню, то есть вот он этот риф придумал, mm-hmm. и сыграл, и она пошла немножко в другое русло из-за mm-hmm. этого. Вот. И вот, вот mm-hmm. и хотел добавить про эту песню. Ясно. И следующая композиция называется «Медленный ручеек». Опять же Олег Миндалев. Это его, из его имиджочка там без стихов была вытащена эта песенка, эти стихи, и написана музыка. Гитару сыграл Саша Губанов, гитарист группы Синдикат и Ливербит. Вот стихи Олега Миндалева. В принципе, здесь больше это, в общем-то, никто и не играл. Барабаны я пальцем. Двумя. Понятно. Тремя. А как вы определяли, сами сделаете ударную партию или обратитесь к барабанщику? Ну, это все зависело от песни, потому что вот, как сказать. Ну, где я думал, что вот здесь лучше сыграет, здесь нужен живой барабанщик, потому что такого, ну, трудно будет искать много сэмплов таких, которые бы... А вот живость, она, вот человек сыграет сразу. Это все-таки такие авторские заморочки, да, можно такие, так сказать? Да, можно так сказать, да. Ясно. Здесь барабанщик... Можно обойтись и без барабанщика. Здесь барабанщик по имени Езет Драмер. А, вот такой вот. Да. Всеми известный. Вот, и еще тут пишут: а может, можно сделать дополнительную версию песни в джаз-роке, а не регги? В джаз-роке, а не регги. Ну, я об этом пока не задумывался. Можно все, в принципе. Да. Но получилось, как вот, есть, да, на альбоме. Да. Это ваш не последний альбом, я так думаю. Вам понравилось, и вы будете дальше это делать. Уже одна песня есть уже у нас. Ох ты! С Олегом написано, да. Уже надо ее записывать. Уже надо записывать. Да. Вот я хочу... Как считаете, дальше это будет в формате синглов, или это уже. Или дальше будете большими релизами делать все? Как пойдет. Да. С тобой одновременно. Да, как пойдет, абсолютно. Отлично. Ну что же, а сейчас, пока мы не заглядываем далеко вперед и слушаем совершенно новый альбом, который называется 3-1-3-9-1. 1-2. Вроде я ничего не пропустил. Осторожно, милиция! Да. Вот. Кстати, да, нам продолжают писать в чат. Да. Поздравляю с презентацией. «Земные собаки» — лучшая. Спасибо за за лестные слова. Незаслуженные, по-моему. Это кто? Все очень неплохо. Шишлов. А! Вот. Шишлов? Да. Пишет это он. Коля. Коль, привет. Да, Николай Шишлов нам пишет в чат. Здорово. А дальше еще пишут: Андрей, спасибо за профессиональное мастерство. Слушаю и получаю удовольствие. А кто это? А, не представился человек. Очень. Юзер 999. А это... Спасибо большое, очень приятно слышать. Вот. Очень приятно. Вот. Решил остаться человек неизвестным. Но если вы хотите представиться, там чуть-чуть... повыше строчечки, где написано слово «юзер» и циферка, можно удалить этого юзера и написать свое имя по желанию. А те, кто нас смотрит на YouTube-канале «Кириляк», не забудьте проходить по ссылкам в описании и слушать этот альбом на разных площадках, и в YouTube также все это есть. Вот. И мы сейчас слушаем композицию 8-ю «Медленный ручеек». Стихи Олег Миндалев. Олег, вот. Привет! Да. Если ты нас слышишь. Да. Это Панченко Марина написала.
про что? А, Марин, привет, привет. Это мои все друзья. Во. Певцы и музыканты, акробаты и шуты. Да. Пишут. Мариш, привет, привет. Здорово, слушаем. Но если дождь не идет ко мне, я не иду к дождю. У суетных рек. И жизнь — это вовсе не быстрая речка, а медленный ручеек. Продолжается наш эфир в прямом эфире. Эфир в прямом эфире, да, на радио Шок. Мы слушаем сольный альбом Андрея Курбатова, и нам пишут в чат, и следуйте тому же самому примеру. Вот, будем рады вас почитать. Есть что еще, есть что еще дополнить к песне, которая прозвучала? Про медленный ручеек? Да. Принципе, наверное, мы сказали все. Да, вроде все, да. Все, все Олег сказал. А мы дополнили. Вот, да. Мы дополнили музыкой и обрамлением музыкальным. Вот, отлично. А вот следующее название песни мне прям сделало небольшую отсылку. «Если бы люди знать могли» называется следующая композиция. И сразу мне вспомнился коллектив «Черный кофе». «Если б листья знать могли, сколько лету до земли». Такое. Не очень знаком с творчеством «Черного кофе». Я люблю группу «Черный кофе». Тебе виднее, да. А вот если что касается этой песни, то это она была задумана мной. Как, ну, сидел и наигрывал на клавишах и пел на тарабарском английском языке. Она была сейчас как-то там. Ну, то есть, короче, ну, она была такой балладной, задуманной песней. И под гитарку такой. И я думал, что это будет акустическая песня, знаешь, так. И вот все это, значит, я написал, отправил Олегу рыбу, значит, и он начал думать о чем. Мы что-то сначала, что-то я ему какую-то рыбу прислал по поводу какого-то там. Парень в лес пошел, там, не знаю, с дровами, не знаю, что там. Ну, короче, я ему там написал, он так подумал, он сказал, ну, да, что-то можно, конечно, там. И что-то там написал, да, сначала какой-то вариант. Мы долго, долго что-то, мы думали, как ее, ну, какие стихи будут. Потом, я даже не помню, то ли я ему намекнул, что будет кантри, то ли он написал текст. А потом, я уж сейчас не помню, честно говоря. Ну, короче говоря, эта песня превратилась в кантри. А должна была исполняться под гитару. Такая медленная. А получилась быстрая и кантри. А кто ж кантри? Какая ж кантри? Какая ж песня без баяна? Какая ж кантри без скрипки? Какая там Мария без Ивана, да, там, да? А это какая кантри без скрипки, да? Без скрипки, без акустической гитары, без мандолины. Здесь, кстати говоря, да, участвует... кантри надо уметь играть еще. Да, здесь, значит, я попросил, сразу же позвонил Игорю Зотычеву, музыканту. Он специалист по кантри и, в общем, по гитаре. Так он долго играл, по-моему, в таких, много играл в таких группах. Вот. Я ему говорю, Игорь, ты мне на мандолине можешь сыграть? Он говорит, хочешь на балалайке сыграть? Я говорю, давай. Ну, там балалайка тоже, ну, немножко другой звук, конечно, чем у мандолины. Я говорю, ну, давай, до кучи туда. Вот. И он сыграл мне партию гитары, балалайки. Саня Губанов сыграл акустическую гитару. Серега Лудинов сыграл на скрипке. И, в общем, получается, да, и здесь еще сыграл Володя Селицкий на барабанах, потому что барабаны я поставил, как бы, ну, так, для, ну, там, паттерн записал, там, сказать, ну, слышу, что что-то не то. Я говорю, Володя, сыграешь? Он говорит, да, давай, пришли. Он тоже на миди там записал. И все это оживилось, как-то такой живачок получился. И текст последний, значит, такой он тоже, можно сказать, стебовый, Олег написал. И, в общем, такая песня получилась вот в кантри-стиле. Ну,
Кантри так кантри. Если бы люди знать могли. Да, и перед тем, как поставить эту композицию, я снова обращаюсь к чату, потому что нам снова пишут. Дефайр продолжает нам писать. Андрей, поздравляю с классным альбомом. Очень уважаю старую школу. А дальше юзер 469 пишет. Песни, которые звучат в передаче, записаны во флаке, звучат-то они в MP3, а вот записаны они в каком... WAV 48-24. Угу. Вот так. Если кто понимает. Да. И дальше нам пишет Шишлов-Леннон. Так, это Колька. Да. Мой друг школьный. Медленный ручеек. Отлично. Все в кайф. И стихи, и музыка, и исполнение. У тебя есть поэт классный. Вот и не искушай. Да нет, батенька. С тебя еще пару штук точно. Да, так что это не последний релиз, будем да, также еще, слушать. Еще будем писать. Да, круто. Ну что же, не будем дальше задерживаться и переходим к музыке. Повторяю, если бы люди знать могли. Андрей Курбатов в прямом эфире на Радио Шок. Принц отвечает, сын короля, где ночная невеста моя. Эх, если бы люди знать могли. Такое вот кантри у нас в прямом эфире звучит. Я напоминаю, мы слышим... Да, хотел... новый... Я тебя перебил? Так, а что? Нет? Нет. Я просто хотел добавить, что про эту песню можно? Да, конечно. Здесь мы долго сводили с Владом Захаревичем ее и так, и сяк, и пробовали. И вот... ну. Долго сводилось, потому что Влад немножко такой роковый человек, и мы с ним так, значит, я говорю, дай вот бочки побольше там, и вот как бы вот, ну, угу. И в конце концов вроде ничего так получилось, сведение хорошее. Да, вообще было. Очень здорово получилось, мне даже вообще это... Влад молодец, я могу сказать. Угу. Если ты слушаешь, Влад, ты молодец. Да вообще все большие молодцы, кто принимал участие. Недаром 3-3-2-5-5-5, как ты все время говоришь, 31-39-112. А нам пишет Плешков. О, Слав, да, привет. Да. А если я на начало опоздал, потом смогу как-то послушать все? Или... Да, будет запись. Так, и как мне кости мыли? О, Слав, конечно, можешь, конечно. Конечно, да. И этот вопрос как раз на минуточку нашей рекламы как раз и успевает. Подписывайтесь на YouTube-канал Кириляк, где выйдет это интервью в записи. Хотя это не интервью, это разбор, это презентация альбома. Разбор полетов. Да, разбор полетов. И такого формата у меня на канале еще не было. Ну и также можно послушать вместе с песнями, потому что в Ютубе я буду вырезать большую часть песен, то есть оставлять какие-то фрагменты. Вместе с песнями можно послушать аудиозапись этого эфира прямо в группе ВКонтакте «Радио Шок». Подписывайтесь, это огромный клондайк всех эфиров, которые проходят у нас здесь. Вот как-то так. А дальше идет у нас песня «Плывет мой плот». И здесь я мне посчастливилась возможность принять участие в записи этой композиции. Да, ты здесь играл акустическую гитару. Да, я здесь сыграл акустическую гитару. Она имеет самое главное здесь вот. Да, это прям, можно сказать, прям ведущий инструмент. Ведущий инструмент. И я вот могу сказать про запись этой композиции следующее. Да, вот прям про нее хочется поговорить. Потому что... Что ты хотел сказать по этому поводу? Потому что, когда ее слушаешь, эту композицию, ну, играет акустическая гитара, аккордики с боем, и все. Но с каким трудом мне это все... Я думаю, ну и что, я что, ничего не сыграю? Сыграю. Да, да. Вы из меня всю душу вытрясли. Чтобы я сыграл, да, так, как нужно, потому что... Мы даже когда писали альбомы... альбомы, что я несу? Альбом, да? Да, альбомы. Первый. И первый, да и второй альбом, да, с группой «Легенда о солнце». Ну, даже в самых каких-то сложных, да, партиях, где приходилось не с одного раза все записывать. Здесь акустическая гитара, аккорды. Но хотя аккорды-то все как бы септовые, все как бы по уму, все профессионально сделано. То есть это не подъездная тема, да? Но ты вспомнишь, что я тебе говорю, ну ладно, играй... Рецепт. Не да. Девятку, а я сыграю на клавиши. Дополню. Да, дополню ми. Да.
Вот. Но это было, конечно, очень большой для меня опыт, потому что это действительно было прям сложно. Потому что надо было реально высекать этот... ритм, этот, да, ритм на гитаре, да, надо было высекать. И в этой песне существует множество отсылок, в том числе на самую, как бы, известную, естественно, песню «Но мой плод», «Свиты из песен и слов», там, и так далее, и тому подобное. Да, и значит, не только там, и не, да, только на это. Многих, да, Олег сотворил такую композицию, то есть стихи на темы, как бы, всех известных песен. Ну, я так полагаю, что, ну, нас все-таки слушает большинство молодежи радиошок, да? Ну, многие, наверное, не знают этих песен, может, уже забыть. Да про плод знают все, ну, я вас плод, умоляю. Да, но там же много других песен. Например? Там, и Гребенщикова, да, и Макаревича там есть. Ну, мне понравилось, как это сплетено у Олега в тему. То есть она, как бы, идет от начала до конца с определенной темой, и есть смысл в этой, в этом стихе, грубо говоря, ну, который в этом тексте, в, да, этом тексте, да. Вот. И мне это очень понравилось, когда я первый раз услышал, опять же, из того же мешочка, Олег, который ты мне прислал. Там я посмотрел, о, нормально. И самое-то главное, что она получилась у меня сразу. Я поставил перед собой текст, на клавиши, сел за клавиши, и буквально я написал ее за 5 минут. Ух ты! Сразу. Просто я считал текст и пел. Угу. И быстренько, пока я не забыл, как с листа. Быстренько нажал кнопку, чтобы не забыть. И все, потом уже там уже. Ну, там нюансы, конечно, там доработали. Ну, это там, понятное, да, дело. Ну, вот именно скелет. Да, скелет сразу же, буквально куплет пошел и пошел. Ох, круто. Здесь еще играет Саша Губанов. На гитаре, на, да. На гитаре, да, да. Очень классно он там, так сказать, все это сыграл. Угу. В его стиле, кстати говоря. Кстати, да, я... Мне очень даже вот приятно то, что с Александром Губановым я пересекся в одном треке. Прям, ну, вообще здорово. Да. Очень крутой гитарист, да, огромный ему респект. А, нам пишут: слаженная работа настоящих музыкантов. Красиво. Спасибо всем. Марина П. Марин, спасибо. Спасибо, вот. Молодец. Вот, ну, а теперь мы переходим. Очень приятно, Мариночка. Потому что Марина сама певица очень классная. Она понимает в музыке. Здорово. Очень классно, что нас слушают такие люди. Ну, а сейчас прозвучит песня «Плывет мой плод». Музыка Андрея Курбатова, стихи Олега Миндалева. Да. Акустическая гитара, ваш покорный слуга, Кириляк. Да, соло-гитара, Александр Губанов. «Плывет мой плод». Множество пасхалок. Слушайте, узнавайте. Сначала не начать, и с каждым днем все тоньше тонкий лед. С небес в окно Господь опустит сходни, поставит жирный крест в конце строки. Наш эфир продолжается. У нас в студии Андрей Курбатов, и мы слушаем новый сольный альбом, презентуем его и слушаем каждую песню с этого альбома и говорим о музыкантах, которые принимали участие в записи этой пластинки. И вот, представляете, упустили прям такой важный момент, что бас-гитару к песне «Седовласый капитан», которая звучала ранее, у нас седьмой по счету, бас-гитару там записывал Эдуард Иванов, который также... Нет, Эдуард Гаврилов. А, Эдуард Гаврилов! Что же я говорю? Эдуард Гаврилов. Это ты про Стрельцова и про Иванова. Ты с футболистом перепутал. Да. Да. Вот. Это Эдик написал. Да, Эдуард Гаврилов. Да, басист, Эдуард Гаврилов. Мы вместе с ним и в «Дружбе» играли. И в «Августе». И в «Августе» вместе, и мы в «Синдикате» начинали тоже вместе. В общем, Эдик, мой друг, старый товарищ Эдикин, спасибо, классно написал. И вот это был «Седовласый капитан». Да, ну что-то я прям косякнул, я это вырежу. Ты имеешь в виду про футболистов? Оставь, нормально. Эдик не обидится, все нормально. Ну все, отлично. Да, а вообще еще бас-гитаристы принимали участие? Да, вот сейчас будет как раз песня. Ну, как бас-гитаристы... ну, просто было предложение, опять же, от Феди Александровского. Он говорит: давайте в рок-н-ролле сыграю бас-гитару. Я говорю: давай. И он сыграл там и гитару, и бас-гитару. А, такое. Да, да, вот такое. Вот. Ну, как вы относитесь к выражению, к такому мнению, что все гитаристы считают себя басистами по умолчанию?
Нет, я категорически это не это сам. Потому что все-таки бас-гитара — это инструмент совсем другой, чем гитара. И я много знаю бас-гитаристов профессиональных, которые, ну, настоящих бас-гитаристов. Да. Я считаю, что вот басисты, они в основном аранжировщики, клавишники, часто бывают, но я говорю у профессиональных людей, да. И басисты классные тоже бывают классными аранжировщиками. То есть, если говорить о басисте как о грамотном музыканте, то есть басист, он должен слышать основу, гармонии и, в общем, хороший быть слухачом. Я недавно услышал такое мнение, разницу между басистом и бас-гитаристом. Ну-ка. Бас-гитарист — это тот, который играет на бас-гитаре человек, а басист... Он, в принципе, басист. Он играет на бас-гитаре, он играет на контрабасе. Он может... слушать, да, скорее всего, да. Вот, то есть он может вообще в целом шарит за бас, как говорится, да? Ну, как на разных инструментах. Вижу, у меня написано там скрипач, трубач, бас-гитарист, бэк-вокалист, басист. Значит, ну, басист у меня тут. Вот. Что я хотел сказать? Подожди, что-то мне... про Федю мы говорили. И... про Эдика, да. Да-да-да. Про Эдика мы говорили о том, что он написал здесь бас-гитару. И что-то я хотел... Ну, что-то... Эдик, прости, что-то я хотел сказать, но что-то мы заговорились. Ушли немножко в другую тему. Ну ладно, я вспомню. Ну, тем не менее, да, мы переходим к 11-й, уже к 11-й песне альбома, которая называется «Белая ворона». И про эту композицию есть что сказать. Да, она была тоже... Она была вынута, можно сказать, из мешка с большим количеством текстов. И можно сказать, что она является одноименной с альбомом, да, если посмотреть на обложку. Да, мы сначала с Олегом, значит, решили поменять название песни, называется «Одинаковые люди». А потом, когда пришла идея про белую ворону как дизайнерская идея, мы решили все-таки вернуть старое название. Она была написана у Олега как бы «Белая ворона». И, в общем, да, идею, кстати, подсказала Нелли Герасимова. Она так нарисовала карандашиком белую ворону. Она сказала: «Андрей Александрович, вы же белая ворона». Я говорю: «Ты да, точно?» Она говорит: «Да, а что, нет, что ли?» Я говорю: «Ну, в какой-то степени, да». Ну, да, кстати, меня слышно? Вас слышно прекрасно. Да, а я что-то ушел куда-то там, да? Нет. Ну вот, и вот эта идея, значит, дизайнерская, я... Артему сказал, говорит, может быть. И вот он нарисовал вот эту прекрасную птицу. И она была без прически. Без прически была. Да, она была без прически. И я говорю: «Что-то, Артем, что-то мне здесь вот это что-то не хватает. Какого-то рокового стиля». Он говорит: «Да давайте мы типа рисуем прическу сделаем». И он нарисовал, я говорю: «Во, вот это клево». А Титов сказал: «Да она аккуратно на тебя похожа». Ой, я говорю: «Спасибо, Серега». Вот, ну, те, кто нас посмотрит на YouTube-канале «Кириляк», естественно, фотографии будут вставлены, так сказать, и все вы увидите, как оформлен диск и так далее. Здесь, что про эту песню скажу, хочу сказать, что сразу же я понял, что это будет рок-н-ролл. Буквально после первых четыре строчки прочитал, все, я говорю, это рок-н-ролл. И, значит, сразу же знал, кто будет писать гитару. Я сразу же обратился к Феде Александровскому. Я говорю: «Федя, надо написать, не вопрос». Вот. И предложил как раз в этой же песне написать бас-гитару. Потому что и мне она была сыграна, ну, руками на клавишах. Но он говорит: «Андрей, давай я сыграю, это будет лучше». Я говорю: «Не вопрос, я тебе доверяю полностью». И он мне прислал и партию гитары, и партию баса. И все вот это. И еще сыграл здесь Володя Селицкий на живых, ну, живые барабаны здесь звучат. Ну, какой рок-н-ролл? Без живых барабанов. Действительно. Да. Очень классная песня, и прямо сейчас мы в этом убедимся. Послушаем. «Белая ворона», Андрей Курбатов. Олег Миндалев. В жизни так бывает часто, от соседа отличаться вредно с точки зрения. На других быть не похожим, затруднительно, но все же быть как все еще труднее. Классная кода. Да, это живая такая, живачок такой. Но это Федя молодец, он такой. После вот его коды, все, потому что мы все наиграли, я там
клавиши наиграл, орган, а еще Володя барабанов дал. Ну, он так все это изобразил и в бас-гитаре, и в гитаре, и все. Совершенно вот ненадолго я отвлекся от чата, и тут нам уже накатали. Ну, давай. Будем читать, давай. Потому что, да, люди слушают, и спасибо им большое за это. Mm-hmm. Так, после... Очень интересно. А я рад, что пусть и косвенно, но познакомился с Андреем. Приятно осознавать, что не все в Моргенштерны упирается. Дефайр написал. Вот так. Моргенштерн? Ну, не заморачиваемся по этому поводу. Это не звезда? Да, типа того. Да, Моргенштерн. Утренняя звезда, да. Пишет еще вопрос, как шла работа над аранжировкой? Ой, ну как, как обычно. Утренний кофе. Ага. Ванна сначала, ванна. Ага. Душ. Душ, ванна, кофе. Душ, ванна, кофе. Включаемся. И, ну, она уже, ну, в принципе, она была уже как бы в голове, когда писалась песня. Mm-hmm. Ну, нет, по-разному, конечно, было. Ну, каждая песня по-разному. Все, я вот могу тоже сказать, у меня тоже такое происходит, когда песня есть, ее скелет, уже в башке картинка уже, вот здесь вот сбивочка, вот там вот это, ну, здесь вот то. Здесь, понимаешь, здесь еще в чем дело, то есть, когда ты еще не понимаешь... Ну, не понимаешь, что за текст будет. Uh-huh. То есть ты думаешь, как это. Вот, например, в той же песне «Если бы люди знать могли», да, вот uh-huh. она получилась такой, да, вот кантри, да, получилась. Uh-huh. Она совсем по-другому задумывалась. Uh-huh. Потом просто, ну, вот, натолкнула, текст натолкнул на идею. Потом натолкнула идея скрипки. Uh-huh. А где скрипка? А, и начала, вот. Вот здесь же, здесь очень была гармония такая, ну, близка к, mm-hmm. к кантривской, да. Mm-hmm. Я чуть-чуть там аккорды поменял, слегка там, буквально, чтобы. Вот. И все. И так вот. Ну, mm-hmm. ну абсолютно по-разному все это. Ну, это же это нормальный творческий процесс абсолютно. Mm-hmm. Как каждая песня, она по-разному. Если в принципе, это как и любой другой творческий процесс, да. Аранжировка – это тоже сочинительство, по большому конечно, счету. Да, сочинительство партии, там, угу. обрамление чего-то, там, искание звуков, которые... Вот, да-да-да. Какой стиль, да, вот какой гитарист должен быть сыграть здесь, вот в этой песне, потому что ведь я же, ну, друзей-то много, профессиональных музыкантов, я знаю, что вот этот музыкант, он именно вот в этом в жанре хороший. Угу. Другой в этом, третий в этом. Угу. Так оно и вот. Рождалось. Дальше еще пишут. А не было задумки придумать балладу на тему фантастического романа с использованием гитары акустической 12-струнной и хаммонда, и гармошки? Нет, такой мысли не было. Наверное, появилось, да? Хотя вот это... А это для какого фильма? Да. Вопрос. Да-да-да. Если для фильма, только надо сначала... тему фантастического романа. Романа? Да, фантастического. Ну, надо хотя бы поговорить с автором романа угу. на эту тему. Потому что когда я вообще очень люблю «Царство небесное» Морриконе, да? Очень угу. люблю композитора этого. И когда я смотрел фильм «Однажды в Америке», угу. и я слушал музыку, я просто, ну, представлял себе, что как мог Морриконе вот так вот написать такую музыку к этому фильму классному. И я думал, что, наверное, они сидели с Серджио Леоне, угу. он, наверное, ему показывал куски отснятого материала, угу. а после этого, наверное, писал... Хотя, я не знаю. Но мне так показалось, что вот все-таки должно быть какое-то... должно быть связь автора, допустим, того же фантастического романа и с композитором, uh-huh. который пишет для этого музыку. И там не обязательно брать гармошку и хаммонд. Uh-huh. Надо, не знаю, надо просто поговорить с человеком, uh-huh. что он хочет получить от композитора, если есть такая задумка uh-huh. написать музыку к фантастическому роману. Наверное, то. Или это мое мнение, не знаю, может. Так ваше мнение и спрашивали, в принципе. Пишет нам Владислав, и есть подозрение, что это Захаревич. Что да, это он. Андрей, приветствую. Извини, не сразу попал на твой эфир. Поздравляю тебя с премьерой. Скажи, а какая у тебя самая любимая песня с твоего альбома? Они все, это дети мои.
А детей не бывает самых любимых, они самые любимые все. Отлично, это уже не первый музыкант у нас в эфире говорит такие вещи, сравнивая песни с детьми. Ну да. Вот действительно. Вот. И что же, мы пришли, так сказать, к завершающей композиции, но тут уже уточняют. Роман Аэлита. Про эту. Алексея про эту. Толстого? Наверное. Наверное. Ну, да. Я так предполагаю. Ну, с Толстым, конечно, я уже, наверное, не встречусь, не поговорю. Но лично у меня такой задумки не было. Вот так. Живи и узнаешь. Да, вот. Что узнаешь-то? Там все сказано. Там все сказано. Олег все сказал. Круто. Есть что сказать про эту композицию, кроме того, что я вот прям даже вот сам вот я вот почитаю, да, стихи Олега Миндалева. Ну, да. Уже не удивляемся. Играет Владимир Селицкий барабаны, Александр Губанов гитара. Влад, кстати говоря, вот ты же здесь пел. Ага. Вот, если он сейчас слышит нас, Влад бэк-вокал здесь пропел очень качественно. Не только занимался сведением этого альбома, но Влад, он вокалист профессиональный, да. Классно поет. Угу. Вот. И здесь он. А давай, говорит, я тебе там насвищу наверху. Ага. Я говорю, давай, ты же можешь. Мы хотели, чтобы девчонки там свистели. Не получилось. Не нашли мы свистящих девчонок. А таких хотелось бы, знаешь, таких афроамериканских, таких, которые там с таким визжанием. Да, да, Владислав пишет, слушаю. Слушаешь? Ну вот, видишь. И вот он там как-то заверещал и внизу добавил. Очень даже классно получилось. Спасибо тебе, дорогой, за все. Николай Шишлов пишет, хороший роман, сам по себе музыка. Читая Стругацких, нет нужды в музыкальном сопровождении. Ну, Коля прав. Да. Вот так. Ну что же, нас слушает сейчас много народу, я всех призываю. Подписывайтесь на YouTube-канал Кириляк. Там очень много различных интервью с известными музыкантами. И не только с известными музыкантами. И этот эфир также там выйдет. У нас сегодня прям такой очень интересный формат получается. И сейчас прозвучит завершающая композиция «Живи и узнаешь». После чего мы вернемся, так сказать, подытожить весь наш сегодняшний эфир и всю презентацию. Живи и живите, и все узнавайте. Да, вот так. Вот так решили вот так завершить. Да, вот это да. Нам пишут, хороший гость и эфир хороший. Спасибо огромное всем тем, кто нас слушает. Мы сегодня прослушали новый альбом сольный Андрея Курбатова, который называется 3-1-3-9-1-1-2. Звонить 3. Да-да-да. Но это не номер телефона, не надо никуда звонить. Мы здесь. Это зашифрованные музыканты и поэты. Да, зашифрованные музыканты. И прям если взять этот диск, открыть, так сказать, оборот, то можно это все понять. Да. Три поэта: Агата Вавилова, Николай Шишлов и Олег Миндалев. Один балалаечник: Игорь Зоточев. Зоточев, да. Три бэк-вокалиста: Феликс Кудашев, Эльвира Никитина, Владислав Захаревич. Девять гитаристов: Иван Груздев, Кирилл Игнатьев, то бишь я, Александр Губанов, Вячеслав Плешков, Федор Александровский, Станислав Шагин, Эдуард Гаврилов, Сергей Титов, Игорь Зоточев. Один скрипач: Сергей Лудинов. Лудинов. Да. Один трубач: Владимир Бастен. И два ударника: барабанщика, да, Никита Ивкин и Владимир Селицкий, да. Да. Вот такая вот большая команда приняла участие в записи этого замечательного альбома, который мы сейчас прослушали. Если вы пропустили этот эфир, его можно посмотреть на YouTube-канале Кириляк через некоторое время, а также, естественно, на многих музыкальных платформах, в YouTube в том числе этот альбом есть, и также ВКонтакте можно его послушать, естественно. Что еще хочется дополнить?
Спасибо, кто участвовал сегодня вместе с нами, слушал наш альбом. Спасибо Кириллу. Да. Кириллу, большое спасибо, что ты пригласил. Очень приятно было. И даже очень приятно было послушать мнение людей, которые писали в эфир. Это немаловажно, как люди относятся к творчеству того или другого человека. Постоянный слушатель радиошок Генгеныч пишет: отличный эфир. Генгеныч, спасибо тебе огромное. Привет тебе огромный. Спасибо. Николай Шишлов пишет дальше: альбом экспериментальный, очень-очень разноплановый, разножанровый. К чему шел, получилось. Это вы, Соев, замахнулись. Ответ напрашивается: это мне свойственно. Молодец, Андрюха, горжусь. Спасибо, Коль, спасибо, дорогой. Насчет Соева мы поняли друг друга. Вот так. Я хочу также дополнить, что песни с этого альбома будут продолжать звучать в эфире «Радио Шок», в том числе на моих эфирах. Я их буду включать периодически с остальными песнями. У меня таких очень много, и вообще трек-лист у меня очень сильно разнообразный. Вот как-то так. Вот. И что вы хотите пожелать всем тем, кто нас послушает в записи, кто нас слушает сейчас и всем, кто нас посмотрит на Ютубе? Хочу всем пожелать здоровья, не болейте, во-первых. У нас еще вроде как не прошла пандемия-то. Да, вроде как и идет, ползет. Не болейте, берегите себя, будьте здоровы, будьте счастливы, слушайте музыку разнообразную. Ну, я больше люблю блюз, рок, хард. Джаз, конечно, банк. Ну, кому что не нравится, в принципе, то и слушайте, и получайте удовольствие от музыки, потому что она все-таки приносит радость в нашу жизнь и настроение хорошее. Отлично. И специально для тех, кто дослушал этот эфир до конца и досмотрел его на YouTube-канале Кириля, когда он выйдет в записи, информация. Большой респект и уважуха тем людям, которые все-таки дослушали. Дослушал, да. И именно для этих людей я объявляю конкурс. Автор самого интересного комментария на YouTube-канале Кириля, когда это все выйдет в записи, получит в подарок диск этого замечательного альбома. Высылаем за свой счет в любую точку страны. Я уже подобные конкурсы делал. Выигрывали люди вообще с другого конца нашей страны. И да, отправляли. Все было замечательно. Поэтому пишите. И такой эксклюзивный диск, потому что тираж всего лишь в 100 штук и больше не будет. Потому что может и будет. А может быть и будет. Бог его знает. Посмотрим, да? Естественно. Посмотрим. Вот. Я с Кашелотом познакомился со студией, которая. То есть там теперь не вопрос, можно. Да, все подавать. Отлично. Как выглядит диск, также на записи эфира вы можете увидеть. Я вставлю вставочки, фотографии, все будет. Может, тоже посмотреть, я там и ВКонтакте, да, конечно, да, все да. Это будет. Вот. Так что пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот. ВКонтакте, кстати говоря, можно сказать, что да, есть такой авторский альбом Андрей Курбатов 3-3-5-5-31-39-112. Да, 313-91-12. Вот там как раз все выложено. И кто, и фотографии всех, кто участвовал в записи альбома, и все картинки, обложки. Вот, так что там можно посмотреть и послушать еще по второму разу. Вот. Кто хочет. Да, конечно, слушайте, да. Тем более это все есть на разных цифровых площадках и все. Ну, теперь я не могу не включить 13-й композиции группу «Легенда о солнце». Давай. В заключении. Да, в заключении. И хочу добавить то, что клавиши к этой песне, как и ко всем песням группы «Легенда о солнце» в записи, писали вы. Вот. И так что слушаем группу «Легенда о солнце», а потом выходим на любимые площадки и слушаем альбом Андрея Курбатова заново и по многу раз, отсылаем всем своим друзьям, чтобы слушали, заценивали и так далее. А вам я посоветую сделать голосовалочку, вот, чтобы понять, какая из песен больше всего понравилось слушателям. Вот. Да, да, и последний вопрос.
услышат ли люди вживую эти песни? Я думаю над этим. Но я хочу, чтобы это было. Чтобы это было. Ну, как может, это будет не скоро, но над этим работаю, так скажем. Легенда о солнце. Лети. Всем надоел забитый трамвай, и все не едет в рай. Где-то там далеко-далеко есть волшебный мир, где повержено зло, где не встретишь точно плохих людей, пока там нет людей. Лети, 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 лети сюда скорее.